Вера и правда во благо Якутска. Сегодня в Сахатеатре празднуют 80-летие Якутской теплоэлектроцентрали. 7 ноября 1937 года в столице республики впервые запустили новую мощную электростанцию. ЕТЭЦ является источником электрической и тепловой энергии и обеспечивает примерно 60% города. Также предприятие занимается тепловыми сетями. На 5 основных цехах и подразделениях предприятия работают более 500 квалифицированных специалистов, профессионалов энергетики. В те годы, когда мы, выпускники, пришли на электростанцию, и мы удивились, что 80% это работали женщины. Это был послевоенный период, многие мужчины вышли на фронт, некоторые не вернулись, и некоторые вернулись уже, так сказать, инвалидами. Поэтому на всех участках, в том числе и на трудных, углеподача и так далее, а станция в это время работала на угле, поэтому... Прямо было так жалко, жалостливо нам смотреть, а мы 19-летние юноши были, значит, так, вот. Но в то же время, я должен сказать, это был прекрасный, и он сейчас прекрасный коллектив. Я им горжусь.